Если у вас бродит какой-то вопрос или мысли в голове, что мы их тут вот продадим кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия, да у нас не только стратегические, но и другие, мы продавать не собираемся. Это не моя функция, не я их создавал и даже не вы. А мы сейчас сбагрим, как мне в начале моего президентства, за 15 миллионов долларов Мозер продали контрольный пакет акций. Я сказал, за сутки верните тому, кто эти 15 миллионов нам перечислил. Поэтому мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Ну, может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами. А приватизация, в общем-то, начинаться будет с трудового коллектива. Такие законы в Беларуси. Сначала вы, потом местная власть в Новополоцке, потом областная власть, потом министерство, потом правительство, потом президенту. Приходите, доказывайте, что это лучше. То есть у нас этот процесс очень забюрократизирован. Специально я это сделал, чтобы, приватизируя предприятие, потом я не приехал на НПЗ в Новополоцк, а вы мне не сказали, да кому ж ты продал? А я потом вас спрашиваю, так вы же начинали это. То есть это дело трудового коллектива, местных органов властей, а потом уже там мы будем рассматривать. Ну, говорят, это почти невозможно приватизировать. Я говорю, да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список.